Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами Ирина Кузина. А это программа «Прямой эфир». И у нас сегодня в студии Денис Черных, начальник управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Денис Игоревич, я рада, что вы пришли к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, самое опасное время года наступило. темнеет рано. В этой связи и прибавилось работы сотрудникам ГИБДД. Расскажите о статистике, что вы по этому поводу думаете? Ну, сегодня однозначно можно сказать, что происходит снижение числа погибших в результате дорожного происшествия. Незначительно возросло число самих ДТП и число раненых в них. Мы смогли удержать в положительном сегменте ситуацию, связанную с пьяной аварийностью. Число таких дорожных происшествий, число погибших и раненых, оно снижено. Мы практически на 100 фактов выявили больше тех людей, которые решают сесть за руль в состоянии опьянения повторно, то есть там, где уже грозит уголовная ответственность, снижено число аварий с участием несовершеннолетних, число погибших и раненых детей. Однако существует несколько видов дорожно-транспортных происшествий, которые вызывают серьезные опасения. Ну, давайте акцентируем наше внимание на дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов. Ну вот на самом деле, это на сегодняшний день самая серьезная проблематика для Тверской области. Мы имеем рост числа таких дорожных происшествий, рост погибших в них граждан, рост числа раненых. В первую очередь, это связано с погодными условиями. В прошлом году в это время уже был снежный покров, пешехода было виднее на дороге. при Увеличение числа выявленных фактов э, нарушений, связанных с непредставлением преимуществ движения пешеходов, мы также наблюдаем и тенденцию увеличения числа дорожных происшествий на самих пешеходных переходах. Делается достаточно многое, но э, однозначно не хватает, наверное, изменения сознания самих участников дорожного движения, ведь пешеход, выходя на пешеходный переход... И это его обязанность, согласно правилам дорожного движения, должен убедиться в безопасности своего выхода. Но, к сожалению, мы наблюдаем картины, когда опущенная шапка, наушники, телефон в руках, да, и вот она зебра, и я здесь э, герой. Но, к сожалению, вот это геройство, оно заканчивается э, иногда плачевно. Даже если ты находишься на пешеходном переходе, это не значит, что ты в безопасности, если мы обратим внимание на наших детей. Родители игнорируют одежду со светоотражающими элементами, но насколько нам известно, именно светоотражающие элементы спасают в определенных ситуациях. Некоторые советы дайте, где они должны быть расположены на одежде. Может быть, портфель должен быть также со светоотражающими элементами. Вы знаете однозначно, что светоотражающие элементы должны быть как можно больше. Это и, которые уже продаются с элементами одежды, да, уже встроены в куртку. Это ранцы, мешки для смены обуви, да, которые также оборудованы необходимыми элементами. Вот есть несколько муниципальных образований, где руководители школ, где детям есть необходимость несколько пройти до образовательной организации, они купили жилеты, одевают на детей, да, и этим, наверное, все-таки обезопашивают их. И здесь очень важно, наверное, отношение самих взрослых. Ведь смотрите, ребенок – это губка, он впитывает. Взрослый должен показывать пример. В правилах движения написано элементарное, что вне населенного пункта в темное время суток любой Пешеход должен быть с таким снаряжением. За это есть административная ответственность. Однако ряд дорожных происшествий, в том числе с летальным исходом, которые произошли в течение двух-трех недель последних, на дорогах Тверской области, говорят об обратном. Люди не понимают этого, этого вопроса. Они идут не по той стороне дороги, да, допустим, что вне населенного пункта необходимо идти навстречу транспортному потоку. К сожалению, все вот это игнорирование приводит, к сожалению, к тяжким последствиям. Денис Игоревич, назовите в Твери наиболее, э, скажем, аварийные участки дорог, очаги аварийности э, и что сотрудники управления ГИБДД делают для того, чтобы на этих участках сократить дорожно-транспортные происшествия? Ну, максимально э, внимание сотрудников инспекции сейчас э, нацелено на именно выявление фактов э, как нарушений самими пешеходами, так и нарушение фактов непредставления преимущества движения пешеходом. Несколько ДТП мы получили, когда водители поворачивают, делают право-левый поворот и не пропускают пешеходов, которые переходят проезжей часть параллельно ему, да, на разрешающий сигнал светофора. То есть это, опять же, невнимательность. Понятно, что сумерки, понятно, что не всегда хорошая погода, да, дождливая погода, пешеход весь черный. Но именно на этом нужно сконцентрировать внимание. Именно на это и мы концентрируем внимание. Ту работу, которую мы проводим в образовательных организациях, работу, которую мы проводим в разъяснительных средствах массовой информации, в трудовых коллективах, именно сейчас нацелена в данный момент именно на победу этого зла. Но не может быть, чтобы человек не понимал, да, что при в войне между машиной и человеком, да, все равно победит машина. И хорошо, пешеход не будет виноват, он шел по пешеходному переходу, но легче от этого не будет ни его, ни, ни членам его семьи. А аварийными на самом деле является магистральная улица, было дорожно транспортное происшествие на улице Туплева, то есть та улица, у нас, на которой прошла реконструкция. Человек перебегал проезжую часть практически в 30-50 метрах от пешеходного перехода, но вот эта вот лень, она и служила в тяжелом состоянии, доставлена в больницу. И здесь бояться боятся, на самом деле, ну или не бояться, а переживать да, за, за любой переход проезжей части, за, как по пешеходному переходу, а не по пешеходному переходу. Я обращаюсь к водителям, ну не всех пешеходов сейчас видно, но будьте вы внимательны, не надо превышать скорость движения, будьте сконцентрированы не в телефоне, либо в разговоре с пассажиром, да, а именно на дороге. Зачем портить себе, там, друг, другим людям жизнь? В октябре в средствах массовой информации, в том числе в программе «Тема дня», вы говорили о том, что особое внимание будете уделять вопросу установки светофорных объектов, в том числе с кнопкой вызова. Что-то изменилось за месяц работы вашей? В настоящий момент установлено несколько светофорных объектов. Мы видим, что светофор даже не вызывной, хотя первоначально планировался вызывной, был установлен на пересечении проспекта Победы и проезда Швейников, где у нас именно очаг был, то есть место концентрации ДТП, сейчас оно ушло, пешеходы у нас переходит только по стафорному регулированию, пешеходному стафорному объекту. Также на следующий год запланировано несколько таких опасных мест, где, которые характерны аварийным с участием пешеходов, где уже сейчас администрация прорабатывает вопрос установки. Но, опять же, здесь нужно... Палка-то опять же о двух концах, да? Мы, мы видим ДТП, где пешеход Намеренно бежит, как раз, светофора. Опять же, это правосознание, да? это участника дорожного движения, которое необходимо э, менять. И э, больше всего, конечно, вот если мы говорили о детях, то больше всего напрягает тот факт, когда взрослый за собой еще и ребенка тащит. Mm -hmm. Понятно, что этот ребенок и самостоятельно, когда вырастет, он будет делать точно так же, потому что так делал мама, папа, бабушка. Вот, вот это очень важно, и вот здесь нужно еще, конечно, доработать как родителям, педагогам, ну и нам. Ну, зима близко, к чему нам готовиться, что принципиально будет меняться в работе с подрядчиками и в обслуживании дорог. Но мы уже ряд совещаний с именно подрядными организациями провели. С нашей стороны контроль будет однозначно ужесточен. Почему? Потому что тот рост аварийности, который мы имели в начале года, по первому кварталу, большинство ДТП произошли именно на региональных дорогах, именно из-за выездали или выноса автомобиля на встречную сторону дороги, в кювет и так далее. Там мы получили всплеск погибших. И вот, ну сейчас у нас уже снижение. Да? То есть вот работа, которая потом проводилась, она дала свои результаты. И однозначно сейчас мы именно на эти просчеты мы и будем внимание уделять, в первую очередь, взаимодействие с подрядными организациями. Но город Тверь, аналогичная ситуация. Нами в полном объеме осуществляется взаимодействие с администрацией города Твери. Мы ушли от работы с МУБЖЕК, угу. то есть пускай собственник дороги, администрация, департамент, они работают с этой организацией, а мы будем работать уже с теми, в отношении которых должны исполнять контроль надзорные полномочия. Мы посмотрим, как вот это отразится именно на эффективности этой работы. После завершения ремонта городских дорог на многих улицах была нанесена сплошная разметка, ограничивающая поворот налево. Были жалобы от автолюбителей. В этой связи хочется задать вопрос, как вы реагируете на такие обращения и учитываете ли при планировании мнение горожан? Ну, смотрите, что такое левый поворот? Левый поворот, особенно вот на тех улицах, которые мы говорим, магистральные, которые были подвергнуты ремонту, да, это улица Анжиникидзе, проспект Победы, улица Туполева, однозначно они являются аварийно опасными улицами. После того, как уложили, убрали трамвайные пути, уложили асфальт, скорость движения выросла. И, кстати, никого не пугая, да, но в настоящий момент уже 10 комплексов дополнительно в городе установлены, автоматические фото-видеофиксации, которые будут работать как на не преимуществ преимущества движения пешеходом, так и на скоростной режим, а в том числе на этих новых улицах. И здесь мы однозначно предвидим о том, что увеличится число дорожно-транспортных происшествий, связанных в первую очередь с наездами на пешеходов а увеличится количество дорожных транспортных происшествий, если бы мы не убрали вот эти пресловутые левые повороты в каждый двор, в каждый, на каждую улицу, на каждый дворовой проезд. Помните, лет пять назад точно так же внедрялись эти схемы на других улицах, в том числе на проспекте Волоконокаламском на проспекте, да, где мы наблюдали очень большое число дорожных транспортных происшествий, связанных вот с этим левым поворотом. Мы их запретили, да, была волна негодования, но потом все улеглось, и в принципе каждый для себя уже выработал тот маршрут движения, который является оптимальным. Здесь мы предлагаем жителям сделать то же самое. Вот та резервная которая у нас нанесена на большинстве улиц, посередине, да, это тот резерв, который мы будем использовать, и это уже обсуждалось на уровне правительства Тверской области, да, в случае увеличения числа ДТП с участием пешеходов. То есть там встанет разделительное барьерное ограждение, которое закроет доступ к пешеходам к переходу этих шести-семи полос движения. И вот то ДТП, которое произошло на улице Туплива это красноречивый пример. Новая дорога, нет среднего ограждения, вот этот человек в тапках, прошу прощения, да, перебегал. Это про... Понятно, что если посередине стояла барьерка, то этого ДТП бы не было. И все равно бы ему пришлось идти до 50 метров, там 30 метров до пешеходного перехода. Вот. А что касается левых поворотов, однозначно это повысит безопасность дорожного движения, но гражданам я рекомендую просто каждому выработать маршрут. Понятно, что, может быть, это несколько будет неудобно, да, но самое главное, что это будет безопасно. Ну и в завершение нашей программы, Денис Игоревич, считаете ли вы эффективной совместную работу правительства Тверской области и управления ГИБДД, УМВД России по Тверской области в плане безопасности на дорогах? На сегодняшний день реализуется региональный проект, федеральный проект безопасности дорожного движения, который входит в структуру национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». То есть это то, тот механизм, который направлен на реализацию вопросов безопасности дорожного движения в субъектах однозначно что э, данная работа она приносит свои плоды и в настоящий момент мы вносим изменения вот в этот э, региональный проект региональную составляющую э, где э, будет включено еще дополнительно э, ряд существенных мероприятий направленных но ну, в первую очередь на изменение правосознания участников дорожного движения чтобы каждый э, мог понимать э, что он делает как он делает какая ответственность за это вот если э, люди у нас э, будут более грамотными в вопросах безопасности дорожного движения они будут понимать что зачем может произойти и из-за чего да то я думаю что общими усилиями мы сможем и снизить аварийность на дорогах тверского региона еще раз благодарю что вы пришли к нам в студию ответили на все вопросы до встречи в эфире до встречи это была программа прямой эфир до свидания